если у вас появились первые признаки простудного заболевания, кашель, слабость, недомогание, першение в горле, небольшое повышение температуры, лучше всего остаться дома и начать своевременное лечение. Прежде всего, это будет способствовать быстрейшему выздоровлению и препятствовать заражению окружающих людей. Если пациент остается дома, прежде всего ему рекомендуется соблюдать постельный режим, обильное питье с содержанием большого количества витаминов, прежде всего это различные морсы, чай с лимоном, чай с медом, молоко с медом и другие согревающие напитки. Дополнительно можно принять витамины группы С, пусть они будут в овощах, фруктах или просто это будет аскорбиновая кислота в дрожже. При повышении температуры тела доктора не рекомендуют ее сбивать, если она меньше 38 градусов. Это нормальная реакция организма, и в этом случае организм сам может справиться с этим. Но если температура высокая, ближе к 39 и выше, то все-таки рекомендуется принять жаропонижающие средства. И в дальнейшем обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Чем быстрее пациенты обращаются, тем быстрее будет назначено правильное лечение, тем быстрее он выздоровеет и вернется к своим обязанностям.